Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, мне очень приятно принимать вас в России. В начале нашей беседы хотел бы отметить очень важные события. Мы начинаем процесс полноправного присоединения Индии к Шанхайской организации сотрудничества. We are starting the process of the accession of India into the Shanghai Cooperation Organization as a full-fledged member. И мы бы хотели поблагодарить вас за активную поддержку нашего председательства в БРИКС. And we'd like to thank you for your active support of our BRICS presidency. На этой встрече нам предстоит принять долгосрочную стратегию экономического партнерства стран БРИКС. During this meeting, we are about to adopt a long-term BRICS economic strategy. И дать старт практической работе Банка развития и пула условных валют. We are also about to launch the new development bank and the contingent reserves arrangement. Ну и, конечно, я очень рад возможности поговорить о наших двухсторонних стратегических отношениях, развития этих отношений. And of course, it is a pleasure for me to be able to talk about our bilateral relations. Добро пожаловать. राष्ट्रपति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि मेरा और मेरी टीम का बहुत ही गर्मजोशी से आपने स्वागत किया, सम्मान किया और 2009 में आपने जिस यात्रा का प्रारंभ किया था, ब्रिक्स आज 2015 में फिर से एक बार आपके नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, मेरी दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है ये। Прежде всего, я хочу, господин президент, поблагодарить вас за то, за очень теплый прием, оказанный мне и моей делегации. Вы эту поездку по пути в БРИКС начали в 2009 году. Сегодня мы уже видим результаты этого. Перед нами предстоит очень важное событие БРИКСа. В 2015 और उनका जिस प्रकार से स्वागत सम्मान आपने किया, उसके लिए भी मैं आपका बहुत आभारी हूँ। В мае 2015 года приезжал к вам президент Индии. Благодарю вас за теплый прием, оказанный мне. इसी वर्ष हम लोगों का अगली मीटिंग भी होने वाली है और मैं मानता हूँ कि जो एनुअल समिट हमारा होगा, मुझे फिर से एक बार रशियाना, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि इस बार अगर अष्टाखान जाना हो सके, जो कि मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो सिस्टर स्टेट का एक समझौता हुआ था, तो मैं उसके लिए भी सोच रहा हूँ। В этом же году попозже состоится очередная встреча на верхах между Индией и Россией. У меня будет возможность приехать в Россию. Если будет тогда возможность поехать в Астрахань, я собираюсь и это делать, потому что когда я был губернатором родного штата Гуджарата, у нас были братские, и сейчас есть братские отношения между Гуджаратом и Астраханью. वैसे तो आप अलग-अलग जगह पे कार्यक्रम करने का बड़ी अच्छी आपकी सोच रहती है, तो हो सकता है कि हमारी एनुअल समिट ये अष्टाखान में कर ले। У вас, я уже вижу, хорошую традицию организовать разные встречи на верхах, в разных городах. Может быть, наш саммит мы можем организовать в Астрахани? Йога, антарастхи йога дивас, 21 июня, ко, апне жо ко-спонсор то бане, лекин пуре Россия не, жис прокар се антарастхи йога дивас ко маная, मैं मानता हूँ कि शायद इतनी बड़ी मात्रा में, इतने सभी शहरों में, सभी टाइम जोन में, सभी स्टेट्स में जिस उमंग और उत्साह के साथ योगा डे मनाया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ और इसके कारण पूरे विश्व में एक नई जनरेशन को जो होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ जो झुकाव है, उसके लिए एक बहुत बड़ा बल मिलेगा। Вот мы недавно отметили 21 июня Международный день йоги. Мы знаем, что Россия была со спонсором этого нашего предложения в ООН.
но не только это, отрадно отметить, как отметили этот день во всех городах в России, во всех регионах, в таком большом масштабе участвовали все с таким большим энтузиазмом во всех ваших разных зонах времени. И благодарю вас за это. Я думаю, что все новое поколение, которое занимается всеобъемлющим здравоохранением, я думаю, что для них это было большое вдохновление. БРИКС की प्रेसिडेंसी जब आपके पास है उसी समय SCO में भारत को सदस्यता मिल रही है और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ और आपने मुझे टेलीफोन कर करके विशेष रूप से SCO के लिए कहा था इसके लिए भी मैं आपका बहुत आभारी हूँ. Индия станет полноправным членом, мы надеемся, что Индия станет полноправным членом ШОС скоро. Это будет в то время, когда Россия является президентом ШОС. Вы мне звонили, говорили об этом. Я благодарен вам. Уважаемый господин министр, чем я еще не занимался, только этой йогой, но она не может не привлекать. Distinguished Prime Minister, I haven't tried yoga yet, but of course this is a very appealing kind of sport. Я посмотрю, что в состоянии сделать, исходя из уровня своей спортивной подготовки. I will consider what I can do in yoga, based on what I do in sports. Просто когда смотришь на настоящих йогов, кажется, что достичь такого совершенства невозможно. И вот именно это останавливает. Because when you see people who practice yoga, you believe that it is very hard to reach such perfection. And this is what prevents me from trying yoga. Но вы знаете, как мы бережно относимся к, с большим интересом относимся к индийской культуре. But you know that we are very interested in Indian culture. Так что вот все наши отношения, в том числе в гуманитарных сферах, они для нас чрезвычайно важны, и мы безусловно будем все эти направления развивать дальше. And we attach great importance to our humanitarian cooperation. And we'll definitely develop our cooperation in these areas further.